лучше. И против Темсунсу ГМК, против второго и третьего места на данный момент чемпионата Суперлиги. Жмака подхватывает этот мяч, который Пресли чуть ли не перехватил. И фол Сергею Токареву. Выписывают для него это третье персональное замечание. Столько же командно в этой четверти у Сургута. И Жмака отправляется на линию штрафных.